Всем привет! Сегодня сделаем креативную вещь, которая может пригодиться каждому из уголков и труб пластиковых. Погнали! Так, ну что, друзья, у нас получилась вот такая вот незатейливая лампа. Очень прикольно выглядит для мастерской, мне кажется, само то. И фишка в том, этой лампы, что она светит сверху. И то есть какие-то мелкие работы выполнять очень удобно. То есть свет светит именно сверху, где-то не сбоку, не это. Вот такая вот лампа. Так, друзья, ну на этом все. Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте лайк. Пишите комментарии. Всем пока-пока.